Характерной особенностью этих рыб является переднеспиной плавник, который смещен на голову и превращен в присоску. Когда она касается тела, пластины поворачиваются поперек присоски, и между ними возникает вакуум такой силы, что рыба быстрее порвется, чем разомкнет захват. Прилипалы находятся на перевалочном пункте и поджидают большую рыбу, чтобы склеить ее. Они оценивают грузоподъемность своего потенциального дома и стараются не перегружать его толпой. Будучи постоянными спутниками акулы или другого здоровяка, прилипалы получают доступ к остаткам трапезы, защиту и постоянный поток воды в жабрах, что позволяет им дышать, не прилагая особых усилий. Это означает жесткую конкуренцию за место под акулой. Попутчики поедают внешних паразитов на теле хозяина, тем самым платя по счетам за хорошую условия проживания. У каждого вида прилипал есть свои предпочтения. Кто-то двигается на китах, кто-то на дельфинах и черепахах. Но на безрыбье и человек рыба.